А у нас прошел дождь, так свежо, но уже нет дождя. Прошел быстро, такой хороший был, но недолгий. Еще бы пошел. Мало намочил все-таки землю, я считаю. Ну, хотя бы так. Молниеносно тучи нависли над нами и ливануло, в общем. Так. Еще даже тучи не ушли. Еще будет, наверное, дождь. А утики умные. Они сидели здесь под навесом. Кормушку я им спрятала тут, под навес поставила, чтобы она не намочилась. Они тут все сидели, представляете, умнички. А маленьких утят я, конечно, собрала. И они у меня в доме сейчас. И не знаю, выпускать, не выпускать. Тут буквально час, и будет уже и темнеть. Короче, они у меня в доме, в коробке. А эти гуляют, этим что, трын-трава. Этим трын-трава. Дождь пошел, красота. Гуси вообще довольны. Я думаю, все довольны. Ну, утятки маленькие, которые суточные, ну, 3 дня им. До них еще рановато мокнуть, я считаю. Хотя, может быть, ничего и страшного бы и не произошло. Ту, гуськи, что расскажете? Кормушка у вас что? Уже пустая. Сейчас сыпану. Молодцы, справились. Окурехи, смотрите, купаются. Там увлажнилась у них земля. И они купаются. Видите, как под деревом. Завтра насыплю им золы. Так, давайте. Сначала вам корм насыплю. Да? Конечно, насыплю. Не переживайте. Сейчас все будет. Все сейчас будет. Намешала свою зерносмесь. Да? Знаете. Опа! Ну, посмотрим. Скушают, значит, я еще досыплю. Полные кормушки я им тут не оставляю, потому что голуби налетают и все жрают. Кушайте, кушайте. Грязные, господи. Где вы были, грязнюли? Грязнюльки? Да. Сейчас вам покажу курочек. Ой, 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 ой. Вот таких вот тоже замызганных. Ка-ка-ка-ка. Так, яйца я у них брала. Я сейчас заглядываю туда. Вроде бы ничего не видно больше. Вон курица, смотрите. Яму сделала и залезла в яму. Да, курехи? Курехи. Вон они там роют. Катакомбы, блин. Намочилась еда в кормушке. Я им сыпанула перед дождем. Ничего. Еда была сухая. Сейчас будет мокренькая. Все хорошо. Да. Все-таки я считаю, дождь маленький был. Потому что шо, земля практически сухая. Ну, что такое маленький дождь был, а? Дождик. Ну, так, знаете, вот свежо дышится, но вообще красота. Почему я радуюсь дождю? Потому что очень долго мы его ждали, этого дождя. Очень. Ой, и утки тоже. Господи, а у них там вообще... Трындец, да, утики? Вы тоже рады, но вы грязные. И смотрите, что вот там делается. У меня там утики гуляют и гуси. Иду гнать их оттуда. Вот что там спрашивается. Ой, сидеть. Иду за ними. Петя, у вас все в порядке? Вот Петькам надо сыпануть. Да, сейчас сыпану.
Смотрите, такие спокойные, тихие. Гуськи, они еще убегают от меня. Видите? Куда вы текаете? Куда вы текаете? Угу. Этот следом. Давай, давай. Бегом. Догоняй быстрее. Ну ты посмотри. Быстрее давай иди. Так долго идет. Мне вообще не жалко, чтобы они тут ходили, но мне надо, чтобы под моим присмотром, потому что они тут начинают мне перец обгладывать. Так я, наверное, не дождусь. Что ты орешь? Вот как зашел, так и выходи. Кучки пролазят через сетку внизу. А ну давай. Кыш. Яблочко подняла. Какие вот у нас яблоки. На этом дереве в этом году хорошие. Они еще не совсем созрели. Им надо доспевать. Хорошие яблоки. Я пробовала. Зимние. Голден. Но из-за того, что они внутри пораженные, как бы червивые, кое-где, вот видите, они падают. Может быть, из-за того, что жара. Что вы тут выстроились? Давай, как пришли, так и уходите. Вперед. Мне кажется, вот гуси мне не наносят столько вреда, вот как утки. Вот поросята. Давай, ё-моё. Быстро назад идите. Вперед. Или уже оставить. Вот, видите эту баррикаду? Они вот сюда пролазят. Вот сюда, вот. Раз, перескочили. А обратно они не догадываются. А может быть, просто не хотят. Сейчас мне надо это сдвинуть. Вот это вот все дело. Вот так. Все, пусть заходит. Пошли. Давай. Ну, что толку, все равно они потом обратно зайдут. Так, ну я без палки, а утки, смотрите, обходит, обходит. Ага, вот так. А эти не догадаются, что надо выйти туда. Идите за гуськами. От меня спрятались. Вперед! Давай, бегом. Пошли, пошли. Нет, они не пойдут, наверное, туда, вон, в рассыпную. Давай, давай, давай. Вот туда. Пошли, пошли. Уйти. Пошли, пошли. Во, во, смотрите. Главарь банды повел их. Вот так. Все. Пошли, пошли. Вот так. Бегом, 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 бегом. Бегом, бегом. Бегом, бегом. Так, по дороге кружку беру. Кружку беру, яблочко. Ой, поем яблочко, погрызу. Оно вкусненькое такое, сочное. Но еще ему надо дозревать, конечно. Потому что зимнее яблочко. Давай, вперед. Сейчас я вам туда тоже кормушку эту отнесу. Вперед здесь. Слушайте, насыпала им пшеничку. Сейчас насыплю. Опа. А вот здесь... То, что я не убрала, но здесь было мало корма. Видите, как вода собрала. Сейчас я вам тоже там насыплю. Так, сейчас мы им насыпем. Пошли, пошли, насыпем. Давай, господи, когда уже вы пойдете в загон? Как вы мне уже тут надоели, если честно, надоели во дворе. Вот этих старшеньких я потихонечку в утятник кидаю, друзья. Здесь уменьшается количество старшеньких утят, а в утятнике прибавляется. Сейчас иду их кормить. Насыплю им корма. И петухов не надо покормить. В общем, только и делаю, что кормлю целый день. То одних, то других. Идите
кушать, кому я там корм понасыпала. Хотят, слушайте, бегать там, где нельзя. И гусик тоже только что гоняла. Ну, я знаю, что это бесполезное занятие. Да, утки? Уточке очень нравится здесь находиться. И в последние дни, уже несколько дней такое вот происходит у меня. Что, утка не хочет идти спать в домик. Вот так. Ей не хочется. Ну и утята, естественно, рядом с ней. Короче, я гоняю каждый поздний вечер их отсюда. Вообще, у меня каждый вечер происходит такое вот интересное занятие. Отсюда гоню утят всех. Пока они там в домик думают заходить, я открываю двери. Вот там вот курятник. Открываю загон и гусей загоняю в курятник. Трех маленьких гуся тоже туда. Вот. Потом я закрываю курятник, где цыплята. Воюю с цыплятами. Маленькие цыплята заходят же мне туда, на первый этаж. Я их оттуда всех выгоняю. Уже, слава богу, вот эти, которые постарше, туда не заходят. Только маленькие цыплятки, помладше которые. Гоняю цыпок в домик, чтобы они зашли с фонариком, чтобы им было видно. И, короче, закрываю курятник. Потом проверяю утятники, тут закрываю все, чтобы они не вылазили оттуда. Да, утки? Сейчас я вас закрою, а то я там была. Корм насыпала. Вот так, сейчас я им закрываю, чтобы не пролазили через щели под дверью. А то есть такие проворные. Вот тот, вот этот. Ой, кого я показываю-то? Ну вот, в общем, вот этот. Ой, с белой грудкой. Он уже там сидит, в принципе. А то все время вылазил. Все, сидите там. Они видят тех утят, которые уже туда пробрались. И пищат. В общем, на чем я остановилась? Потом я иду и уток закрываю в домике. Ну, там они не все заходят. Они еще думают, понимаете? И обязательно найдется один или два, а то и больше утят, которые не хотят заходить. Я их гоню, они в одну сторону, я иду туда, они в другую сторону. Короче, надо еще с ними повозиться. Ну ничего. Все заканчивается тем, что я закрываю их в домике. Да, мои хорошие, да, кушайте. Кушайте. Ага, что-то нашел, сейчас будут бегать. Ну, в общем, сейчас вообще... Идиллия полная везде. После дождика хорошо дышится, прекрасно. И всем хорошо. И птичкам, и нам.